Прощайся пустыми словами художных мудрецов, а повинуясь учению евангельскому, старайся добрыми делами и смиренными слезами смыть тяжесть многих своих согрешений. Старец Максим Грек. Скрипка в руках священника как инструмент для проповеди. В Городецкой епархии убеждены, что для современного миссионера ничего невозможного нет. Обращаться к людям можно по-разному. Теме организации жизни прихода как средство миссионерского служения была посвящена конференция в Федоровском монастыре. Иерей Антоний Волков, настоятель Казанского храма в селе Богородское, священник, профессиональный музыкант. Начав играть для своих прихожан, батюшка вскоре понял, что желающих прийти на такие импровизированные концерты становится все больше. По благословению епископа он стал выступать в Воскресенском культурном центре. Туда же теперь приезжают и многие профессиональные музыканты из Нижнего, Чувашии и Москвы. Только в этом году состоялось уже 17 концертов. Музыка именно... Классическая музыка в виде лучших образцов – это есть средство очеловечивания общества. Вот. Это есть средство для того, чтобы душу человеческую сделать более чувствительной и, соответственно, чувствительной для действия Божьей благодати. Он священнослужитель, который более может дать крест, уже помнит, что он исполняет заповедь Спасителя. Особенности пастырского служения в местах скорби. Так назвал свой доклад руководитель епархиального отдела по взаимодействию с уголовно-исполнительной системой Алексей Гущин. Местами скорби еще владыка Николай именовал тюрьмы и колонии. Порой слово священника нужно заключенным как воздух. Но отец Алексей убежден, что и пастырь может много научиться у таких овец. Человек, находящийся в стесненных условиях, в условиях тюрьмы, в условиях лишения свободы, может быть несколько... более глубоко имеет возможность заглянуть в свою душу, оценить, проанализировать свою прошедшую жизнь. Конечно, далеко не все, но все-таки для большинства людей это тот стимул, который позволяет им стать на какой-то уже такой путь иной жизни, как-то вот таким вот образом. Поэтому, допустим, тоже покаяние, которое приносят эти люди Богу, этому покаянию порой надо бы учиться и священникам, и учиться тем людям, которые находятся здесь, на свободе. В Городецкой епархии работе с заключенными уделяется большое внимание. Колонии области посещают не только приходские священники, но и правящий архиерей, владыка Августин. Наш правящий архиерей, епископ Городецкий Ветлужский Августин, задает нам цель, стратегическую цель, по которой идет наша епархия. И цель эта звучит как миссионерская деятельность. И потому сегодня огромное внимание уделяется, в первую очередь, это, конечно, священнослужителям, потому что именно священнослужители сегодня служат на приходах. Именно им предстоит вот эта задача, миссионерство, в полном понимании смысла этого слова. То есть это работа со всеми слоями населения. Материалы конференции станут подсказкой для священнослужителей в их дальнейшей миссионерской работе. Ведь планов на предстоящий год епархии очень много. В начале ноября на базе Заволжской православной гимназии состоялась научно-практическая конференция «Традиции и инновации в духовно-нравственном воспитании общеобразовательных учреждений Городецкой епархии». Мероприятие состоялось в рамках епархиального этапа рождественских образовательных чтений. В России только Русская Православная Церковь сохранила свою устойчивость и непоколебимость. А что же такое духовно-нравственное воспитание? Как его понимать? Что подразумевать под этим? Как выстраивать систему своей работы в этом направлении?
И здесь большую помощь может оказать православные гимназии. Всего в России 200 православных гимназий. Это очень мало для всей огромной территории Российской Федерации. И вот Заволжская гимназия является одной из таких гимназий, которая может стать реально ресурсным центром для муниципального образования в этом регионе. Научно-практическая конференция – это уникальная площадка для обмена опытом между преподавателями, представителями властных структур и общественностью. Не случайно местом проведения мероприятия стала Заволжская гимназия, которая считается одной из самых продвинутых в области духовно-нравственного образования. Каждое образовательное учреждение православное призвано стать ресурсным центром, да, по духовно-нравственному воспитанию. Как это сделать? Вот как раз подобные научно-практические конференции позволяют реализовать эту важную задачу. Духовно-нравственное воспитание – это важнейший приоритет образовательной политики нашего государства. В Городецкой епархии Русской Православной Церкви уделяют огромное внимание становлению духовно сильной личности. Здесь понимают, дети – это будущее России. Какими мы их воспитаем, таким и будет наше государство. Кто не знает, сколько лет жизни отмерил ему Господь. Но, как завещали нам святые отцы, важно не количество прожитых дней, а их качество. Одни за свой короткий земной путь успевают найти мир в душе, созидать с Господом, а другим недостает и жизни сотню лет, чтобы понять главного. Мы не знаем, сколько Господь нам даст жизни. Когда возьмет нас Господь, мы не знаем. Лермонтов взял 27 лет, Пушкина в 38 лет. А Макарий, преподобный великий Макарий, который как тень был в египетской пустыне, и неизвестно, ел он что-нибудь или пил, он считал даже чашечки воды, сколько он выпивал в день. Он прожил до 104 лет. Поэтому Господь может дать нам столько, сколько Он нам может дать. Все в его власти. Он может все изменить. Но мы должны тоже помнить, что Бог пришел не для того, чтобы творить только чудеса. Бог творил чудеса для того, чтобы мы поверили, что без него нельзя жить на земле. А без него, значит, без его закона. Если мы с вами говорим, что мы любим Бога, но ненавидим свою свекровь или сноху, значит, мы не любим Бога. Я умоляю вас, чтобы вы благодарили Бога, что пришли в церковь. Я прошу вас, чтобы все силы, которые у нас есть, мы приложили к тому, чтобы наших детей, внуков, близких, родных привести в церковь. Потому что в любой момент все может измениться в этой жизни, как изменилась вода, качество воды, когда Христос с учениками отправился по Галилейскому морю. Прошу вас, чтобы вы ценили самый главный день нашей жизни сегодняшний, в тот, который мы сегодня живем. И каждый день, который нам Господь даст, это самый главный день нашей жизни. И помните слова нашего народа, мудрость нашего народа: без Бога не до порога. Поэтому обращайтесь к Богу на каждом месте нашего житейского моря. Куда бы мы ни шли с вами, что бы ни делали, всегда должны помнить о двух словах: Господи, спаси меня и помилуй. Постоянно. Господи, помоги мне и вразуми меня. И так каждый раз, куда бы мы ни шли, что бы мы ни делали, чем бы мы ни занимались. И если мы будем так жить, и еще прибавим к этому, не будем осуждать наших близких и вообще ли кого-либо, то мы точно еще раз с вами встретимся в Царстве Небесном.